Мартин Кох. Фотосервис. Рекламу сразу. Смотрите, как здорово. Вот эти вот растения, колокольчики, розочки. Очень, кстати, украшают. Несколько слов для нашей любимой публики. Остров Линдау. Честно сказать, друзья, я сам не знаю, что это такое. Сколько много колокольчиков. Какое-то красивое здание. Еще одна улочка. Очень красиво здесь. Не попала я сегодня в музей. Завтра постараюсь, может быть, что-то заснять. Я попала. Монетки лежат. Ага. Все пытаются попасть почему-то. Почему-то именно вот так. Не знаю, с чем это связано, но вот на столбах лежат монетки. Люди пытаются почему-то именно туда забросить. Ну и, наверное, там много-много золота уже внизу лежит. В воде в самой. Здесь вот башня скрывает от ветра, и можно хоть что-то здесь поснимать. Очень красиво. Это что такое? Что-то такое. Вот окошечко. Царапана. Уже высоко. Тут уже темно. Ужас. Ужас что? Высоко? Такие иллюминаторы здесь. Видать, было раньше что-то через... О, пауза. Пошлите, вы чё? О, куда мы забрались? Чуть-чуть. Все, вот он, выход на балкон. С погодой не повезло. Видно, что это остров. Вон там мы катались на катамаранах, купались. Ух.
Кумани. Погода, конечно, не ахти. На озере практически никого нет. Ну а это вот сам. Не шатайся, Тур. Все шатается. Пошатай, дочь. Нет. Да не бойся ты. Я шучу. Ну, целая группа, 25 человек. Потом идем такие вот тут. И тут так хоба. И на балконе стоит корова. Дочь на улице. Дома надо покупать. Двухэтажные. Два окошка. Мыть не надо. Два окошка. С одной стороны, два с другой. Смотрите, друзья. Кто смычок к нам придет, тот от укуса и погибнет. Змеи головы. Такая вот площадь. Церквушка. С рекламой. Здесь, конечно, очень красиво. И все, никого уже нет на улице. Вот здесь днем, конечно, здесь не протолкнуться. Буквально 20 часов, начало 9, уже тишина. Вечерняя трапеза для фонтана. Прикольно. Опс. Индотваса. Художника зовут Хундатваса. Пришли посмотреть. Стоит 16 евриков. Вход. Вот, наверное, это современное искусство. В каком году? В 2000? Давайте посмотрим. 1998 года. Thank you.
называется Ansicht. Вид с улицы. Переводим. Так, смотрите, город, трамваи какие-то сверху ездят, колесики, тут же море, или может быть это пароход какой-то, вот что-то такое, причем везде стоят служащие. Мне разрешили вести съемку. Ну, без вспышек. Вот смотрите, какая. Городской план, скорее, в голове у человека был. И что-то он такое здесь пытался изобразить. Сейчас мы посмотрим еще, как он портреты делал. Это будет самое интересное, наверное. Так вот я по-быстрому пробегусь. Причем картин не так много. Смотреть особо здесь выбор маленький. А, ну вот, наверное, одна из лучших его работ. Здесь женщина, да? Прямо женщина. Такая вот. Сейчас придем, я покажу. Вот это, наверное, тоже женщина. Или это. А, это мужчина, да. Вот смотрите. Какой он умный. Дерево. Мужчина дерево. Ну, тут вот есть какой-то смысл, понимаешь, что все-таки мозги людям не даром даны. А у него, смотри, сколько их. Много-много. Так, это что у нас тут? Что-то серебряное такое. Золотинкой, что ли, делал? А, ну это аппликация. Больше на аппликацию похоже. Картина совместно с аппликацией. Картина с золотинкой. Это наш женский портрет. Смотри, свастика действительно. Разве можно универсально? Ну, свастика это вообще не немецкая. Человек, когда писал такую работу. По-моему, он был. А, ну вот это возьми с собой, мы еще посмотрим. Нет, это название картины. Друзья, я нашел настоящий портрет. Это прям искусство. Причем современник же это. Глаз терминатора. Надо же такое было придумать.
Если ты сфотографировал, ты можешь слушаться. Так, а вот он сам, художник. Выставлю. А его предки получают такие деньги. За карточки. Детваса. Вот такой аутстеллинг. Полностью битком. Битком забитый зал. Подожди, Татьяна. Битком забит весь зал. Картин, наверное, 100. Ну, все вы сами видели. Все, друзья, спасибо за внимание. С вами был Григорьев.